продолжаю делиться с вами своими новинками и находками из области косметики и ухода за собой. Сегодня я расскажу вам о своих недавних находках. Это мыло Maracana Oil, это бальзам для ресниц и для бровей от марки Talica, и это два дорожных набора от Twizerman. Итак, первая позиция, о которой я вам буду рассказывать, это мыло от марки Maracana Oil. Мы все знаем, что марка Maracana Oil делает замечательные продукты по уходу за волосами, но для меня был сюрприз, что данная марка начала делать еще продукты по уходу за телом. Так, в Duty Free меня заинтересовала стойка с продуктами от Maracana Oil, и я выбрала для себя для пробы мыло Cleansing Bar от марки Maracana Oil, которая содержит в составе органовое масло. Это мыло 110 грамм, брусок. В данном случае это вот такая вот коробочка, которую мы открываем. И внутри находится мыло. Ну, в данном случае этим мылом я сейчас очень активно пользуюсь. Мыло было 110 грамм. Брусок в квадратной форме, запечатанный в бумагу, которую я распечатала. И вот, собственно, после 2-2,5 недель активного применения от него вот еще остался достаточно вместительный и весомый кусочек мыла. Мыло замечательное. Могу вам сказать, что пользуюсь им и для лица, и для тела. Кожа очень увлажненная, кожа напитанная, никакой сухости. На данный момент я использую это мыло, в принципе, как свое базовое очищение для лица. И мне очень-очень нравится. Данное мыло от Maracana Oil содержит в себе не только масло Maracana Oil, но еще и содержит органовое, чисто органовое масло и содержит масло ши, которые объединенные вместе дают вашей коже двойное увлажнение и антиоксидантную защиту во время применения. Так написано на упаковке, и вы знаете, упаковка действительно не врет, потому что ощущение очень-очень приятное, кожа действительно увлажненная, гладкая, напитанная, и ощущения стянутости, как после применения мыла, точно и точно нет. Стоимость данного мыла в Duty Free была, если я не ошибаюсь, $10. Несколько дороговато для обычного мыла, но так как результат действительно очень и очень хорош, пожалуй, при следующей возможности я обязательно еще раз себе подобное мыло куплю. Следующие две позиции, о которых бы хотелось рассказать, это Lipo Seals и Lipo Seals Expert от марки Talica. Это французская марка, это два геля. В принципе, по составу они одинаковые, они отличаются только щеточками. Объем каждой из баночек у нас 10 миллилитров. Еще раз повторю, что Talica — это марка французская и отличается одни кисточками, так как непосредственно в этом геле, который для бровей, в нем кисточка одна, а та, которая для ресниц, в нем кисточка другая. Использовать подобные средства рекомендуется как утром, так и вечером. Данный гель от марки Talica наносится на ресницы и на брови для того, чтобы стимулировать их рост, делать ресницы еще более изогнутыми и цвет ресниц и бровей более насыщенным темным. Так как мне захотелось, чтобы мои брови выглядели чуть более густыми, а мои реснички стали подлиннее и посильнее загибались, я решила попробовать данные два продукта от Talica, о которых я много слышала, пользуюсь ими уже более 10 дней. На данный момент я пока результатом довольна, не могу сказать, что ресницы как-то разительно выросли или стали сильнее загибаться, но результат виден, пока что еще не такой явный, потому что использую всего 10 дней, рекомендуется данный продукт использовать около месяца. Производитель обещает, что после месячного использования результат будет более заметный. Как я и обещала, показываю вам щеточки. Вот эта вот щеточка, которая поменьше, это щеточка для бровей. Щеточка более круглая, она для ресниц. И на обеих щеточках, на кончике есть вот такой вот мягкий аппликатор, который помогает нанести средство непосредственно на волосяной покров. С помощью аппликатора, который находится на конце щеточки, мы наносим данное средство, если мы говорим о бровях, то на саму бровь. И потом щеточкой расчесываем средство и массируем тем самым бровь. Что касается ресниц, средство для ресниц, которое называется Lipo Seals, то мы наносим непосредственно аппликатором средство по линии роста ресниц. И потом с помощью щеточки еще наносим его на всю длину ресниц. Честно говоря, я поторопилась, купив два средства, потому что и по составу, и по щеточкам они примерно одинаковые. Я думаю, что вполне можно обойтись одним флакончиком, который можно использовать и для бровей, и для ресниц, потому что разницы как таковой нет. Ну, единственное, что вы получаете продукт в двойном объеме, в данном случае, в моем случае, я получила продукт в двойном объеме, что тоже неплохо, так как пользоваться я им смогу в два раза дольше. И последние два продукта, о которых хотелось бы рассказать, это вот такие вот замечательные дорожные наборы от марки Twizerman.
Оба они вот в таком вот футляре пластмассовом, который с вот этой вот стороны открывается. И сейчас я чуть подробнее покажу вам каждый из наборов. Итак, первый набор Твизерман. Это дорожный набор по уходу за нашими руками. В принципе, это такой мини-набор для маникюра, в состав которого входят вот такие вот щипчики, вот такие вот кусачки от Твизерман. Замечательно заточены они в защитном колпачке, чтобы они не тупились. Вот такие вот. Очень удобные для самостоятельного удаления всей той лишней кожицы, которая вам не нужна. Вот такая вот. Также в наборе маленькая пилочка, тоже очень удобно. И вот такая вот специальная лопаточка с одной стороны, такая вот прямая, чтобы отодвигать кутикулу. И с другой стороны уже полукруглая, для того, чтобы из-под ногтей доставать все то лишнее, что могло туда попасть. Собственно, вот такой вот набор. Он очень удобный, его хватает для того, чтобы в поездке ухаживать за руками и приводить их в порядок. Мне очень-очень нравится. Второй набор от Твизерман. Это такой вот портативный дорожный набор по уходу за вашими бровями, в который входят вот такие вот замечательные щипчики для бровей от Твизерман, тоже защитным колпачком, с очень тонким носиком, который позволяет вам удалять даже мельчайшие волоски и подбираться к ним даже в тот момент, когда волоски еще очень-очень короткие. Это вот такой вот бесцветный гель для бровей с щеточкой-аппликатором. Это вот такая вот щеточка для расчесывания бровей. И это вот такой вот карандашик, хайлайтер от Твизерман, Eyebrow Highlighter Pencil. Очень приятного цвета, который мы наносим под бровь для того, чтобы высветлить подбровное пространство и визуально приподнять немножко бровь. Также его, в принципе, можно использовать как общий хайлайтер, наносить его немножечко на скулы, на галочку над верхней губой. Собственно, в дорожном варианте очень-очень удобно для использования. Карандаш-хайлайтер Swatch выглядит вот так вот, если видно немножко на руке. Он такой чуть приятный, с розовинкой. Вот он немножко мерцает. И в геле для бровей, как я уже сказала, он прозрачный. Вот такая вот маленькая кисточка, с помощью которого очень удобно данный гель наносить на брови. Так как я уже сказала, каждый из этих наборов Duty Free стоит по $22. Оба они очень удобные, оба они со мной сейчас путешествуют, и я их беру во все свои поездки, и они помогают мне ухаживать за собой. Не жалею абсолютно потраченных денег, и очень-очень рекомендую, если вы случайно наткнетесь на подобные наборы в Duty Free, и если вам нужны подобные позиции, то обратите, пожалуйста, на них внимание, и они очень-очень достойные. Соотношение цены и качества очень-очень приемлемое.